О нашем сегодняшнем маршруте расскажи, сколько он будет длиться и что включает. Маршрут будет длиться около 5 часов. Мы сейчас поедем отсюда, с первой смотровой поедем на Ивановский водопад. С Ивановского водопада мы спустимся в женский монастырь. С женского монастыря мы поедем на Голубую Глину. Оттуда уже в Конем Сахлу, где Самшитовый лес. Ну вот так и наш маршрут закончится. Долина Фергана. Здесь грецкие кухни. Мы приготовим узбекский плов, узбекский шашлык. Все туристы приехали. Так хорошо. Спасибо, скажите все. Ну, приезжайте, мы ждем. Закупные акели, как там, сзади. Я не шашлык, я был. Я не был. Я закон там, он китай. Узбекский плов, пойдемте, я покажу, как приготовлю. Ну вот, давайте две рыбы.